Недавно в нашей великой стране были легализованы однополые браки. Конечно, это происходило не без моего участия. Но важнейший шаг сделала любовь в моей жизни. Я бы хотел пригласить мою вторую половинку. Встречайте, Дэвид. Теперь вы знаете, кто держит за попку Обаму. Мы с Дэвидом знакомы с колледжа и давно хотели узаконить наши отношения. Очень давно. Вы только посмотрите на кольца на моих руках. Столько раз он делал мне предложение. А ведь кольца и на ногах есть. Самое главное, что моя политика никоим образом не влияет на наши отношения. Как это не влияет? Он заставляет меня носить стринги с флагом Украины. Ты должен это делать! Меня это возбуждает! Он ёбнутый. Не стоит преувеличивать. Преувеличивать? Нет, вы только его послушайте. Я вам расскажу, как я позвал его на пикник. Приготовил бургеры, салатики, купил его любимую колу, побрил жопу. Мы общались, и я попросил его включить что-нибудь успокаивающее. А он включил прослушку Меркель! Лично меня прослушка очень успокаивает. Эта прослушка настолько его возбудила, что он взял и выебал меня прямо в парке. После этого я 2 дня ползал как улитка, И это был первый раз... А нет, второй. Да-да-да, точно, второй такой раз. Да, второй. Но все наши разногласия сойдут на нет, когда мы зарегистрируем свой брак. А Дэвид даже пообещал мне ребенка. Да, я буду первой черной грёбаной сучкой, которая заработает этот миллион. У нас с Дэвидом доверительные отношения, так что он в курсе по поводу моего иностранного любовника. О, да. Порошенко хорош. Эта сучка приводит меня в восторг. Шоколадная королева! Теперь я первая леди, сука. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и устраивайте срач в комментах.